Ну, не удержусь, это еще 2 минутки, ребят. Итак, открывать видео не будем. Человек назвал игра в косточки. Сеянцы абрикоса патриарх. Внимание! Внимание! 56 грамм. А, девчат, как это у меня дикарь? Маньчжурец? А я высылал уже косточки. Не с чистым манчжурцем, а его сыновей. Вы где видите это? Вы знаете, сколько 56 грамм? Нет? Выпустите эти мерзавки. Может, кто-то все-таки иногда время от времени до вас доходит слухи, что я вас не забыл. За обвинение, что Железов – это ложь и мошенничество, за базар отвечать надо. Я отвечаю. Вы меня обвинили, я ответил. Представляете, какими вы выглядите? А? Потомок манчжурца. Прямой потомок. Косточка взята с сеянца манчжурца. Не самого патриарха, а своего ребенка. Все. Выговорился, душу отвел. Уже легче. Обида, да, обида сидит во мне глубоко. Так позорить Железова. Было бы за что, если бы я не заслужил вот хотя бы это. Те добрые слова, что обо мне говорят. Так позорить.